Администрация Нижнего Новгорода впервые разрывает отношения с перевозчиком на основании нарушений. Речь идет об Александре Комракове. Предприниматель снят с маршрута номер 71. Постановление сегодня подписал глава города Владимир Панов. По его словам, на пассажирах это никак не скажется. На маршруте сейчас работает еще один перевозчик, ИП «Каргин». Владимир Панов отмечает, что у этого перевозчика на линию выходит обновленный подвижной состав. И к нему нет вопросов у контролирующих органов. А вот в работе Комракова выявил нарушения и Департамент транспорта и ГИБДД. Перевозчик не подключен к системе ГЛОНАСС, не соблюдает расписание, выпускает на линию автобусы, домой принадлежащие и технически неисправные. Это инциденты, допустим, с выкатыванием колес, которые по ходу автобуса происходят. Инциденты, когда, значит, пассажиры вываливаются из автобусов. Да? Недавно буквально был случай, молодую маму с ребенком протащили тоже на автобусе этого перевозчика. Если не можете выполнять, обеспечить безопасность, значит, будете уходить. Поэтому сейчас внутри администрации идет анализ выявленных нарушений по другим перевозчикам, и точно так же по каждому перевозчику будет приниматься определенное решение и меры воздействия.